сейчас полицию вызову. Давайте. Расскажите, что вот сегодня в связи с чем и что сегодня хотите сказать? Мне стало известно на днях, что вот это вот наш, наша программа СВВ, значит, ну, хромает, можно сказать, вообще бездействует. Администрация города Воронеж заключила договор с липецкими подрядчиками. И вот, значит, узнали, нам сообщили, что собак отловили, поместили в один большой вольер, и их просто не стерилизуют. Их практически не кормят, они друг друга загрызают там и умирают просто с голоду и от болезни. И все. Вот программа дешево сердито. Хоть сказать, суки, а? Где же ваша честь и совесть, а?